Вот такая у меня посылка. Это для велосипеда летнего. Не будет зимний. Опа. Так, тут так, как бы не проколоть. Тут багажник. Короче, передний и задний. Так, достаю. Тут, короче, в одну посылку запихали сразу две вещи. Тут довольно... Так, пожалуйста. Это багажник. Чем-то напоминает гитару. Вот здесь, если я не ошибаюсь, должен быть сумка-багажник передняя. Водонепроницаемая. Так, мне кажется, это не она. Я что-то уже заказывал. Так. Ну, такая передняя сумка. Тут что-то для телефона. Еще что-то можно ложить. Ну, очень маленькая. Честно говоря, я думал, что будет намного больше. Но она стоит, в принципе. Там ссылка в описании будет. Это для телефона. Я, честно говоря, думал, будет намного больше. Ладно. Пригодится. Так. Вот он упакован очень классно. Пупырки. Много пупырки. Очень много. Сейчас дошел только до пупырки. Так, я ее раздостал. Что мы имеем в виду? Что у нас? Сам багажник, кстати, довольно легкий. Предыдущие у меня были какие-то более весистые. Тут вот скрепеж. Не знаю, есть ли у нас прокладки. Надо сейчас посмотреть. Так, катафотка. Да, я потом вставлю. Так, что у нас еще? До две дуги по бокам. Но они в основном для того, чтобы багажник, когда сумку багажник цепляешь, чтобы она держалась. Так, что мы еще имеем? Так, давайте. Застежки, не знаю, как называется, чтобы крепить. Так, сумку. Ну, чтобы там... Не сумка, а на багажник, конечно, положишь, можно его затянуть. Ну, я так раньше использовал. Держатели. Держатели. Все, легкая. Алюминиевая. Набор ключей. Все. Все, что мы имеем. Все. Сейчас я сумку повешу, а потом приступим к багажнику. А вот еще у нас. А у нас вот еще. О, точно. Резиновые прокладки, болты, гайки. Все имеется. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Довольно крепко.